Последнее сообщение с коммерческого борта Нострома. Говорит лейтенант Эллен Рипли. Все остальные члены экипажа. Кейн. Ламберт. Паркер. Брэд. Эш. И капитан Даллас погибли. Корабль и груз уничтожен. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через 6 недель. Если повезет, меня обнаружат. Это Рипли. Больше никто не выжил. Конец связи. Рипли? Я Сэмюэлс из Вейланд-Ютани. Я к вам по делу. Мы напали на след вашей матери. Торговый корабль Анисидора обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с Нострома. Где? В системе Дзеты, созвездие Серга. И что на нем? Мы не знаем. Самописец доставили на станцию Севастополь. Он является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Это постоянно действующий космопорт. И еще Севастополь – это база снабжения. Да знаю я. Транспорт есть. Через 2 дня туда отправляется курьерский корабль «Торренс». На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы, например. Послушайте. Когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. Я знаю, что вы продолжаете работать в секторе, где она пропала. Вы ведь ее ищете, правда? Я получил разрешение взять вас с собой на Торренс, если захотите. Может, вам станет легче на душе?
А, Рипли? Встали пораньше, Сэмюэльс. Ну, сон мне не столь необходим. Успел немного осмотреться на Торренсе. Прекрасный корабль. Сдается мне, модель очень похожа на... Настрома. Да, класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работала на таких кораблях, инженером. Знаю. Тейлор очнулась. Она человек неопытный, а анабиоз может даться ей нелегко. Еще не видела. Схожу. Доброе утро, Тейлор. Знаете, Рипли, я сомневаюсь, что это утро. И оно определенно недоброе. Извините. Мне паршиво. Не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Ну, привыкаешь. Знаете, все-таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофемашины. Я удивлена, что в компании решили отправить вас с нами. Потеря Настрома с грузом стоила компании больших денег. Нам важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Простите, как я бестактна. У вас же мама пропала на этом корабле 15 лет назад, и вы... Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. А вы Сэмюэльса не видели? Он наверняка уже давно на ногах. Экипажу явиться на мостик. Подходим к Севастополю. Вот и добрались.
Надеюсь, вы отдохнули в пути. Замечу, вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка. Вам ведь там нужен начальник службы безопасности. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Да, хорошо. Давайте. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Вы ненадолго туда и обратно. Коннор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. Включи связь, пора здороваться. Канал открыт, капитан. Инструктаж у всех при себе. Можете посмотреть на станцию с мониторов. Можно взглянуть. Включи мониторы. Станция Севастополь. А это что? Что-то случилось. Ну-ка, приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Мы не сможем причалить. Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер KKM7760. Вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописцем корабля «Настрома». Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Начальник службы безопасности. У нас тут чрезвычайная ситуация. Мы никого не знаем. Повторите. Алло, сэр. Сэр, это Торренс. Повторите, вас не слышно. Меня Торренс не слышно. Меня не слышно. Похоже, со связью там полная беда. Но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередатчик. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все, Макс. Мы вернемся гораздо раньше, капитан. Удачи вам. Готовиться. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу.
что тут случилось? У них что тут? Война, что ли? Тейлор, вы молодец. Сэммерс, что случилось? Thank you.
то, что надо. Эй, есть тут кто?
Харрис, Тернер, это Уэйтс. Возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят. Конец связи. Добро пожаловать на станцию Севастополь. Ваш дом вдали от дома. Станция создавалась в течение 10 лет и теперь является главным торговым и транспортным узлом в секторе. Строительство началось в 2095 и закончилось в 2105 году. Перед вами точный макет станции. Подарок компании Sixon в честь открытия станции и начала новой эры космической торговли. Не желаете ли отправиться на экскурсию?
Что тут случилось? Thank you.
компания Jazai Sikestay, названная в честь основателя корпорации Сиксон. Рабочим и их семьям предлагаются комфортабельные квартиры, а те, кто приехал,